Друзья, всем привет! С вами Юлия Заверюха. И я хочу вам пожелать прекрасного настроения и высоких доходов, потому что если вы смотрите это видео, значит, вы ищете возможность заработка в интернете. Как вы знаете, да, что, ну, может, кто-то не знает, я в последнее время очень активно тестирую много-много программ именно быстрого заработка в интернете. Они очень сильно заинтересовали и приносят очень хорошие доходы, да, и люди деньги получают сразу на руки. Но в этом видеоролике я хочу вам рассказать о программе именно заработка на биткоинах. Вот. Я уже очень давно присматриваюсь к биткоину, но не могла найти проект, который бы мне подошел. Мне либо не подходил сам проект, вот, с биткоинами, да, там, либо вход дорогой, потому что не каждому он доступен. А я всегда ищу, чтобы был вход и работа очень доступна для обычных людей, вот, и либо мне не подходили люди, да, мне не нравились люди, которые меня приглашали в проект с биткоинами, да, либо даже доходило до того, допустим, что я вижу, что я общаюсь с новичком, и я просила, говорю, познакомьте меня с человеком, с лидером вашей команды. Вот. То есть лидеры просто не выходили со мной на связь. И я вот на самом деле искала очень долго. Ну, порядка уже 2-3 месяцев я занимаюсь именно поиском проекта, именно с биткоином. Потому что я знаю, что биткоин – это такая валюта, криптовалюта в интернете, которая набирает огромные обороты, она постоянно растет. И, в принципе, те люди, которые зарабатывают именно используя биткоины, очень-очень имеют высокие доходы. Есть несколько моих знакомых, кто уже, допустим, порядка 2-3 месяцев работают на биткоинах, да, вот, и получают высокие доходы. Но еще раз говорю, что у них были очень дорогие входы, и меня это не устраивало. Даже не то, что меня. Я понимала, что людям будет сложно войти в проект, и потом очень сложно пригласить будет других людей, да. И в конце концов, я нашла, буквально вот на днях, я нашла то, что искала многое время. Вот, причем, я всегда говорю в своих роликах, да, что Вселенная всегда говорит, да, и что те люди, кто что-то ищет, они всегда это находят. Я вам сейчас прям процитирую цитату со слайда. Сегодня вы можете использовать биткоин практически везде для оплаты и покупки всего, чего вы захотите. Это музыка, программное обеспечение, игры, хостинг, тотализаторы, казино, аукцион. Оплачивайте аренду жилья, покупайте дома и квартиры, используя биткоин. То есть я в свое время, когда услышала про эту криптовалюту, я начала искать информацию о ней. Да? В то время он стоил намного дешевле, чем сейчас, и я начала отслеживать динамику роста биткоина. Биткоин растет практически каждую неделю. Пусть на чуть-чуть, но он поднимается. Вот. И, по крайней мере, я не видела сильных спадов именно в ценовой политике биткоина. Причем я понимаю, что примерно год-два и биткоин просто заменит и доллар, и евро. Да? Это именно криптовалюта в интернете. Никто не ожидал такого быстрого поворота событий от биткоина. Биткоин захватывает мир быстрее, чем вы думаете. Так что, ребята, живите будущим. И в этом ролике я хочу рассказать о том проекте, да, куда я попала совершенно не случайно, потому что я искала именно такой проект, искала именно такую команду, вот, потому что команда просто офигенная и позитивная, настолько быстро растущая и развивающая, что, находясь 2 дня в этом проекте, я просто не успеваю следить за вот этой динамикой роста этого, ну, и нашей команды, и людей в проекте. То есть биткоин набирает силу. Вот. И что я хочу сказать? По традиции, как всегда, допустим, я презентую проект, я хочу сначала показать скрины доходов, которые меня очень сильно замотивировали. Вот. И я такой человек, что я не верю своим глазам. Вот. И мне нужно это посмотреть воочию, да?
Первым делом, что я сделала, я связалась с лидером команды, с Ириной, да, это как его, они, и еще со многими ребятами из команды, у кого вот именно высокие доходы, да, чьи скрины я сегодня покажу. Люди открыли при мне свои личные кабинеты, вот, и все это дело мне показали и разъяснили. Итак, поехали. Вот кабинет лидера нашей команды, это Ирина Похолкова, вот, она мало того, что мега позитивный человек и очень легкий, на, скажем так, на отдачу информации, очень легкий в общении и очень такой человек работоспособный, да, вот, когда она мне показала свой доход с 19 января по 25, кажется, вот, ее доход 200 тысяч рублей. Если, то есть я сама как человек, обладающий лидерскими качествами и, допустим, двигающий людей за собой, ведущий, да, я знаю, что если лидер зарабатывает такие хорошие деньги, лидер команды, значит проект работает. Если даже меня приглашает новичок, который не заработал еще пока ни копейки, вот, но он показывает, какие деньги зарабатывают люди в его команде, да, потому что еще кто уже, допустим, встал на ноги здесь, да, и кто уже имеет доходы. Для меня это показатель. И, ребят, поверьте, это видео вам может дать человек из моей команды, который только сегодня пришел в проект. Поэтому я и снимаю эти ролики для своих ребят, да, пусть это будет даже новичок. Но если вы понимаете, да, что с вами общаюсь я, да, и что у меня уже есть за 2 дня результаты, то есть это чего-то значит. По крайней мере, я выбираю себе команду, в которую я, допустим, принимаю решение войти именно по таким критериям. Вот. Всегда имейте в виду, что говорю, если даже вас человек приглашает в команду, в проект, но он сам не заработал еще пока ничего, он новичок, но он демонстрирует доходы своих лидеров, да, то, ребят, знаете, что эта команда рабочая. Вот. Вот еще ребятки из нашей команды, вышестоящие. Вот, Кирилл Медведев за 10 дней, за первые 10 дней он заработал 88 610. То есть, сейчас я подключу курсор. То есть, с правой стороны, вот он, доход в биткоине, да, а здесь он уже пересчитал в рубли. Вот, и за первые 10 дней 88 тысяч, это... Я считаю, что это показатель. Стас Осмоловский, то же самое. За один день доход 3,895. Это нормально. Это прекрасно даже. Вот. Поехали дальше. Я, к сожалению, забыла здесь написать фамилию и имя партнера. Это как 20 тысяч рублей за один день. Причем, смотрите, я поставила именно скрины с кабинетов. Здесь видно даты, и здесь видно суммы. Обратите внимание, прям если вы не верите, просто сядьте и посчитайте. Вот. А есть в интернете прям конвертер для биткоина, да? Вот. Просто сядьте и посчитайте. 20 тысяч за один день. Скажите, пожалуйста, это нормальный результат? Я считаю, что это достойный результат. Любовь Копина, это человек прям непосредственно вышестоящий, это мой лидер, ну, это я не в первой линии, а во второй линии. Любовь Копина, 60 тысяч за месяц заработок. Скажите, это нормально? Причем здесь деньги распределяются 100% по сети, да? То есть человек их может вывести в любую секунду. То есть они поступают в личный кабинет, и человек их может вывести в любую минуту. То есть деньги сразу на руки. Вот молодой человек, не вижу его имя, фамилию. 10 дней в проекте, в проекте Иллюзиум, да? 49 тысяч за 10 дней, ребят. 50 тысяч за 10 дней. Вот. А Михаил Ленин, $195 за один день. Вот. То есть, ребят, еще раз говорю, что когда мне скинули эти скрины, вот, и я посмотрела, а я могу отличить Photoshop от реальных скринов, как бы я уже в интернете не первый день, да, вот, я поняла, что да, это оно.
А это мой непосредственный спонсор Диана. Она меня как раз и пригласила. И первый разговор какой у нас состоялся, я ей сказала: Диана, я хочу поговорить с человеком, кто, у кого в команде ты находишься, с вашим лидером. И как раз она меня тут же свела с Ириной. И Ирина тут же меня нашла. Диана заработала 10 с лишним тысяч за неделю. Это тоже очень достойный результат. Вот. И в принципе, когда я начала общаться с Ириной, в течение 10 минут решение было принято. Это мой скрин, здесь движение в кабинете в моем, да, то есть вот я 26 числа я зарегистрировалась, вот, и мой доход где-то составил около 10 тысяч, а здесь именно вот у меня движение в кабинете, вот. Я внизу специально сделала скрин со своего кабинета, у меня закрывается первая матрица, у меня осталось одно место, но сейчас, в данный момент у меня уже 6 человек стоит в очереди, вот, ждут регистрации, вот. Люди идут на биткоин очень активно, я, честно, я обалдела настолько, да, что, ну, и причем, блин, как приятно работать с биткоином, знаете почему? Потому что идут те люди, которые знают, что это такое, да, которые знают, какие деньги можно на этом поднять, причем, ну, не могу сказать, что не напрягаясь, в любом случае здесь нужно работать. Вот, кто говорит, это лохотрон, деньги с неба не сыпятся. Ребят, это конкретно деньги с неба не сыпятся. И я не могу сказать, что мы сидим здесь и охраняем кукурузу. Мы работаем, мы активно приглашаем, мы активно рекрутируем. В нашей команде создана очень хорошая школа для новичков. Вот. То есть если человек стремится заработать, если человек хочет заработать, у нас есть все инструменты, чтобы его научить, потому что, в принципе, в команде собрано огромное количество людей, которые имеют опыт в интернете уже, да, то есть и мы можем поделиться тем, что мы умеем, то есть мы не пришли с улицы просто так вот, а собрались, да, от нечего делать, и сидим сами, не знаем, что делать. Ребят, многие имеют свои, скажем так, какие-то стратегии, да, и мы все активно делимся. Ребят, и если вы хотите, если вы даже, ну, не совсем, скажем так, спец в работе в интернете, но вы хотите этому научиться, блин, welcome в команду. Если вы будете ждать, здесь есть переливы от вышестоящих, да, если вы хотите просто вложить деньги и просто тупо сидеть ждать, даже, вот, честно, даже не пишите. Здесь вход минимальный. Вход стоит 0,015 биткоина. Вот на сегодняшний день, по сегодняшнему курсу, это 1050 рублей. Это вход, скажем так, ну, это копейки для входа в серьезный бизнес. Но, опять же, многие думают, что сейчас я отдал 1000 рублей, встал под сильного лидера, и он сейчас меня засыпет людьми, засыпет перелевами. Нет. Ребят, если вы именно с таким настроем, даже просто сейчас закрываете видео, все, больше для вас здесь ничего интересного нет. Если вы настроены именно зарабатывать серьезные деньги здесь и сейчас, но даже если у вас нет там, скажем так, сильных навыков в интернете, но вы горите желанием научиться, ребят, welcome в команду. Блин, не знаете, научим, но мы не будем вас заставлять. Здесь кто работает, те зарабатывают. Кто не хочет двигаться, сидят, извините за выражение, камнем и охраняют кукурузу. Все. Вот именно, я очень долго искала такой проект. Поверьте, очень долго. Потому что я и во многих роликах говорила, что я все-таки, используя эти программы быстрого заработка, я сейчас набираюсь опыта, и все-таки я ищу проект, который связан с биткоином. Потому что мои планы были на будущее именно работать с этой криптовалютой. И вот я говорю, что я нашла все, несколько своих желаний в одном. То есть офигенный проект, очень серьезные создатели. Это я с ними уже познакомилась лично. Вот, проект сейчас оформляется официально, документально, да, вот. Третье, обалденная команда. Четвертое, очень сильное обучение в команде, очень сильные. Вот. Ну и пятое, естественно, это деньги. Это деньги, живые деньги. Причем, смотрите, здесь можно зарабатывать еще и на том, допустим, да, у вас в кабинете набираются биткоин, да, то есть потому что все расчеты происходят в биткоинах.
И в принципе, они могут храниться у вас в кабинете. То есть, какую сумму вам нужно, вы ее выводите, а остальные хранятся у вас в кабинете. Если курс прыгает вверх, вы на этом зарабатываете. Это как вот, ну, как на долларе, как на евро. Еще раз говорю, что доллар, если падает, биткоин растет. Причем растет каждый день, потому что я наблюдаю, еще раз говорю, что я уже долго наблюдаю за биткоином, за его ростом. И несколько раз уже пожалела, что не вошла. Вот. Но еще раз говорю, что я такой человек, пока я не найду то, что у меня ёкнет внутри, вот, я работать, естественно, в таком проекте не буду. И теперь я назову, как называется проект. Проект называется Elysium 5.95, его еще называют, да? Вот. И если вас заинтересовало, смотрим ролик дальше. Дальше в ролике будет подробная презентация об этом проекте. Если вы приняли решение, если вы приняли решение после просмотра этого ролика, включиться быстро в команду, ребят, под роликом будут контакты либо мои, либо того человека, кто вас пригласил. Вот. И еще, вы всегда знаете, если вы идете в команду активных лидеров, вам нужно быстро влезть в самую верхушку, понимаете, нет? Это очень важно, потому что вы, если вы успеете влезть в самую верхушку, вы, естественно, будете в центре внимания, в центре всех событий, да? Вот. Поэтому, если вы хотите зарабатывать деньги здесь и сейчас, вот, зарабатывать большие деньги и зарабатывать долго, то принимайте решение. Решения принимаются на, скажем так, на основании не своих сомнений, а решения обычно должны приниматься сердцем. Смотрим ролик до конца с подробным маркетинг-планом и пишем под роликом контакты либо того человека, кто вас пригласил, кто вам дал это видео посмотреть, либо мои контакты, да, пишем мне в личку. Еще что-то хотела сказать. Принимайте решение, ребят, да. И еще один момент. Если у вас есть какие-то сомнения, вот, потому что буквально сегодня я общалась с человеком, который сказал, что Юль, это все фотошоп, эти скрины. Вот, и я просто открыла ему свой кабинет, показала все в реальном времени, объяснила каждую выплату и каждую, то есть по датам. Мы это все дело перевели, конвертировали в рубли из биткоинов, да, и человек сказал, что, блин, слушай, круто, Юляш, на самом деле круто. Поэтому еще раз говорю, что принимайте решение сейчас. Если у вас есть сомнения, опять же, пишите тому человеку, кто вас пригласил, либо кто дал это видео посмотреть, да. Если даже это новичок, этот человек все равно это как бы выведет вас на меня, и я открою вам все свои доходы, покажу в реальном времени. Друзья, записываю небольшое видео для вас. Проект наш называется 5.95, компания Elysium. У нас 100% сеть. Мы имеем с вами матрицу, в которой находится 7 мест. Вы находитесь во главе матрицы и, соответственно, 6 ячеек, в которых вы приглашаете партнеров. Деньги мы зарабатываем в проекте на том, что приглашаем партнеров и строим партнерскую сеть. Доход составляет 390%. С первого уровня у вас два партнера, вы получаете с них по 5%, 10% прибыли. Второй уровень у нас 4 партнера, с каждого вы получите 95% сеть. Итого 380% прибыли. Также в компании предусмотрен у нас автореинвест. Это повторная оплата бизнес-места после закрытия вами матрицы. То есть, когда вы закрыли свою матрицу, ваша матрица выходит на второй круг. И таких кругов может быть 3, 4, 5. И это может быть бесконечное количество закрытия матрицы одного и того же номинала. Также в маркетинге предусмотрен автоапгрейд. Это когда вы оплачиваете уже площадку следующего уровня, более высокого номинала. То есть, если вы закрыли площадку на первом уровне, также вы закрыли ее второй раз, вышли на авторинвест,
система блокирует на апгрейд определенную сумму для того, чтобы вы могли купить площадку более высокого номинала, тем самым продвигаясь от уровня к уровню. С одного карьерного уровня вы можете продвинуться на самый высокий. Всего в системе 11 площадок. Самый минимальный вход, первая площадка, стоит 0,015 биткоина. Биткоина сегодня у нас 1000 долларов. То есть примерно вход на площадку будет составлять 15 долларов. Согласитесь, начав свой бизнес с такой небольшой суммы и выйдя на доход в миллионы рублей, это очень классная перспектива. А сейчас давайте с вами посчитаем. Вход на первую площадку составляет 0,015 биткоина. Это, как мы уже выяснили, 15 долларов. В рублях это 900 рублей. Возьмем курс биткоина 1000 долларов на сегодня. Курс доллара 60 рублей. Итак, стоимость второй площадки составит 0,03 биткоина. Это 30 долларов. Третья площадка 0,06 биткоина. Это 60 долларов. Четвертая площадка 0,15 биткоина. 150 долларов. И так далее до 11 площадки. Доход, вы можете видеть, в разы превышает ваше вложение. Это 390% прибыли. То есть, друзья, заплатив один раз минимальную сумму входа за счет автоматических автореинвестов и автоапгрейдов, вы можете дойти и зарабатывать деньги бесконечное количество раз.